Одно из самых популярных грузинских блюд – хинкали – руководит мастер-классом Анна или Анука Меликишвили. Свою кулинарную студию девушка открыла несколько месяцев назад. Я только в декабре открылась, то есть как самозанятая я прям начинала с дома работала и чурчхела готовилась дома. Все это продвигалось через социальные сети, которые к тому же моменту тоже у меня были достаточно развиты. С чурчхелы началось развитие бизнеса в продажах, с ростом которых пришлось осваивать новые бизнес-инструменты. Сегодня студия стала местом, где Анука проводит мастер-классы для всех желающих попробовать грузинские блюда. Когда чурчхелу просто захотела и решила дома сделать, мы купили виноград, с мужем подавили сок сами, и, соответственно, я начала делать первую чурчхелу. Ну, ты это все показываешь, люди такие: ой, сделайте нам. Развиваться девушке помогает не только сарафанное радио. В 2012 году она получила образование экономиста в нашем политехе. Потом на родине в Грузии руководила турагентством. А после снова уехала жить в Сибирь вслед за русским мужем. Крупное достижение Ануки – победа в телешоу «Гостю порога» на федеральном телеканале. Солнце проходит за 28 дней, и вот этих защипов, если говорить, опять же, про историю и традиции, их должно быть 28 штук. Но это практически, это очень сложно сделать. Считается, что хотя бы если ты 19-21 защип делаешь, то ты очень гостеприимная хозяйка. На призовые деньги Анука приобрела машинку для раскатки теста и другую технику. В планах даже открыть свой ресторан. И с этим не поспоришь, только грузины умеют готовить национальные блюда Грузии такими, какими они должны быть. Дарья Ерошина, Михаил Филиппов. День с толком.